У нас чрезвычайная ситуация. На этаже пожар. Сильный пожар. Черный дым. Горит дом. Все в дыму. Я сниму поближе. Хотя мне уже кричали, что нельзя подходить. Что-то прямо совсем сильный пожар. Пожарные приехали. Люди пускают, но не близко. Чтоб машины не мешали. Вот такая реакция спокойная на пожар, потому что пожарные приезжают за минуту. Бежит полиция, спасатели. Надо отойти. Дым валит. Пожарные бегут, видно. О, все, забежали. Сейчас будут тушить. Показывают всем уйти. Всем уйти, вон полицейский кордон, всех выгоняют. Всех выгоняют, выгоняют, выгоняют. Отойдем и мы. Все, вон полицейский кордон. Отцепили. Никого близко не подпускают. Ой, все, все, первый этаж тоже, все горит. Ужас, вот это да, вот это да. Всем любопытно. Дым валит, не передать на камеру, как валит дым. Чуть-чуть поближе попробую сделать качество и испортится. Все, весь дом горит теперь. О, все, не видно уже ничего. Видно только, как валит дым. Пахнет жженой резиной. Вообще запах ужасный. Ой, как дым. Дым усиливается. Отсюда протянули гидрант. Фонарики, противогазы, все профессионально.
штанги. Его, 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 его. Прошло уже 6 минут, а пожар не локализован. О, люди из окон смотрят. Это центральный рынок. Корейцы очень, как сказать, невнимательные. Один раз я спас дом от пожара, там женщина готовила еду и уехала на машине куда-то. Мы в подъезде сидели, и поднялся дым. Мы думаем, что. Смотрим, дверь открыта, заходим туда, а там сковородка. Я быстренько сковородку сбросил, там продукты горели, и водой залил. И ушли. Я не знаю, что было дальше, но, по крайней мере, пожара не было. Чуть-чуть поближе подошел. Ну все, в принципе. Только что, если слышали, прошло 4 или 5 маленьких взрывов. Надеюсь, что большого не будет. Oh,
пожар локализован. Видно, что дыма меньше и меньше. Ну, аплодисменты доблестным пожарникам. Все, мы пойдем. Всем спасибо за внимание. Вот 4 пожарные машины стоят. Пожар потушен, все разошлись. Спасибо за внимание. С каждого по лайку. И, соответственно, нажимаем репост. Экстренное сообщение. Пожар удалось локализовать, но он вновь разгорелся. Теперь горит почти все. Полиция, скорая, пожарники. Все на месте. Пожар в том же месте. Время вечер. По новой загорелся. На крыше стояли люди. Их, интересно, спустили, нет? Пожар разгорелся по новой. Непонятно причины. Пожарные машины никого не пускают. Ну ладно, пойдем в обход.